Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трэш на немке. Немка, как обычно, улыбает. Немецкий сервер просто разрывает все стереотипы бездонатной игры. Очередной набор за один самоцвет, и это просто кайф. Насколько здесь классно играть без донату, сколько здесь дают для него плюх. В общем, это раз. 50 книг. Это 2. Ну, я так заберу. Нажму на 2. А вот теперь поехали. Самое интересное. Это плюшки, которые мы получили в прошлый раз. Да, здесь давали вот на крафт. Места не хватает. В алтаре сейчас я заберу. Заюзываю все. В общем, на этом сервере реально для бездоната на сегодня очень и очень круто играть. Можно собрать топовых. Вот посмотрите, какие у меня герои здесь есть. Это при том, что я здесь не играю. Бугимена мы вытащили с этого, по-моему, с пирата. Сейчас я пооткрываю, чтобы место освободить. По 300, по 300 сумок. Ну, кайф. Сейчас мы апнем силушку. Как-то так замедленно немножко открывается. Не знаю, у всех так подвисает немецкий сервер. Это сам эмулятор тормозит. Не могу понять, из-за чего так. Еще этих откроем. Еще пару героев. Так, отлично. Варлока тоже открываем. Что там у нас появилось? Так, коробка чар. В общем, такое. Поехали. А на монстров? На монстров? На волны нас хотят отправить. Да не хочу я, рано мне туда еще идти. Берем плюх. Короче, сейчас у нас еще будет имбовый роллинг, ребята. Все дела. Итакс. Итакс, итакс, итакс. Блин. Где столько места набрать? Места не хватает уже. Давайте сейчас покажу вам наборчик сразу. А потом еще заролим на удачу. Так, что можно заберем? В общем, немецкий сервер. Такие плюхи, такие. Ну вот пак за 10 баксов, урник. Все дела, все, что хочешь. И вот, вуаля, посмотрите, какой офигенный, я считаю, пак. 200 книг для бездоната, даже любого бездоната. Это отличный подарок, это можно нормально вкачать либо ЗПшки, либо эволюцию. Скин на... Бесплатный скин за один самоцвет и третий сундучок. Отлично. Теперь нам бы где-то место нарыть столько, чтобы самики не сливать. Продаю сейчас все на ЗПшке. Так, давайте пооткрываем эти сундучки. Тоже самики есть. Уже не хватает места. Знаете, с одной стороны хорошо, что начали давать хоть каких-то героев с этих сундуков. Раньше вообще этого всего не было. Заходишь в игру, и у тебя нифига нету. Ты должен все сам добиться, найти, выбить, прокачать, задонатить.
Так, давайте карту используем. И тут у нас варлок еще один. Можно его использовать. Так, отлично. Самики использовать. Это все можно попродавать. Сейчас, ребята, у нас будет мега роллинг по 350. Проверим рандомчик. Забрали плюшечки. Сейчас еще откроем. Помимо этого, вот такой вот пак за 2 бакса подогнали. Он здесь неделю причем идет. Не там не полчаса, не час, а целую неделю. Железка неплохо, тоже отлично. Так, скины мы сейчас прокачаем, чтобы место тоже не занимали. Так, ну, в принципе, думаю, места нам должно хватить. Ну что, поехали. Поехали на удачу сейчас с вами жахнем. Так, первых 450 и тоже неплохо. Циклоп и шаман. Сердцеедка, нифига себе. Так, за 100 можем себе позволить? Можем. Чик. Это просто мега имба, ребят. Это просто мы вытащили самого обалденного, самого топового паладина. Нигде его достать нельзя. Это самая имба с имбой. Паладин нам падает и сердцеедка. Вот так вот, видите, все-таки немецкий сервер самый топовый по легендам. 4 тычки, 2 легенды, это реально круто. Я шучу, конечно, но даже вот такой вот роллинг, он всегда нужен. Смотрите, сейчас я вам покажу этот имба-алтарь. Самиков не хватает, чтобы эту имбу, видите, слил все самое, чтобы выбить эту имбу. А, так, что у нас есть. Ну вот такой вот алтарь. Конечно, с АЭСом моим не сравнится пока что. Там на АЭСе нам просто мега круто упало. Но я вам скажу, это тоже довольно-таки неплохо. Самое больше, чем радует немка, посмотрите, скины на здание. Что еще надо, вот скажите. Где этих скинов вытащил, я даже не знаю. По-моему, в акции тоже давались за один самоцвет. Надо начинать качать новый аккаунт еще на немецком сервере. Судьбу нам показывает. Да, спасибо, спасибо. Знаю я эту вашу судьбу. Раз задонишь, а потом все время играешь. Потому что и бросить жалко, и каждый раз добавляете новые акции. А, так, что здесь еще интересного? Может, что-то есть по таким акциям интересного? Сейчас посмотрим, я не забегал, не смотрел. Вуаля! Немка тоже тащит, ребят. Немка тоже имеет эту акцию. На русском сервере, как обычно, хрена с 2. Вот так вот. Немка реально очень крутая. Красавчики. Просто красавчики. А, можно получить. Сейчас я, кстати, я не гляну, сколько здесь будет космо. Тоже 2 или 1. Если 1, это просто кайф.
Тайване тоже два. Видите, только на Тайване сделали за один. Тут тоже два, к сожалению. Ну и то хорошо. Можно на халяву, если повезет, получить вольт. Интересно, когда это будет на русском сервере. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.